Всем доброе утро! Отвожу Катю в сад. Сегодня довольно-таки сухая погода. Вчера был 23 февраля. Мы немножечко отметили. А сейчас снова бой, будни. Ну, два дня. Короткая неделя. Сейчас посмотрела, 18 февраля, ровно год уже, как я создала канал влоговый на Ютубе. Но что-то подписчики не прибавляются. На влоговом канале они даже отбавляются. Так что, ну просто я перестала искать взаимоподписки. Поэтому, видимо, стали отбавляться каналы. Едем по дорожке. Как видите, снега вообще мало совсем. Его отдалбливают везде. На детских площадках. Если на прошлой неделе мы были, все было в лужах, то на этой неделе уже все отдалбили. Мы гуляли вчера на детской площадке. Было отлично. Сухо было. Луж не было. Даже когда шел дождь, было достаточно хорошо. Так что приятно ходить по сухому асфальту. Вот мы уже и до сада, считай, дошли. Вон сад виднеется. Все куда-то спешат. На работу, на учебу. Сейчас 8:30 утра, кажется. В общем, идем. Тут тоже дорожка вся. Видите, какая чистая, убранная. Так что прям отлично с коляской можно проехать. Буквально неделю назад тут все было заснежено, а сейчас вот так вот очень хорошо и быстро все убирают. Заморозков таких пока что нету. В основном где-то, ну, плюсовая температура, плюс там 1,5 градуса. 2. А когда солнышко выглядывает, вообще бывает плюс 4, плюс 5. Сейчас пока солнышка нет, но может быть и выглянет. Посмотрим. Пока Катя в саду, хочу убрать зимнюю обувь. Опробовала эти, вчера в них походила. Отличные, удобные. А вот наши зимние с мужем. Ботинки мои и его. Сейчас их буду мыть. Помою, в общем. Поставлю на батарею. А потом надо найти пустые коробки. Потому что обычно я оставляю коробки обувные, что потом в них вот так вот убрать обувь. И уже до следующего сезона. Пришла уже за Катей в сад. Так быстро время прошло. Катя, пошли домой. Катя от меня убегает, хочет гулять. Но у нас уже график, нам надо идти домой, кушать и спать ложиться. Катенька, не надо трогать водичку. Убегает с мамки. Погулять хочет, да, Катенька? Катюшка. Ой, ты какая, ой, ты какая. Катюш, где наша коляска? Давай в коляску будем садиться. Давай в коляску садиться. Вон наша коляска. Катя. Так, ну сейчас надо будет сажать ее. Катень, пойдем? Катя. Вот такой вот супчик я сегодня сварила, щи. Мы уже покушали с Катюшкой. Она спит. После того, как проснется, я поеду к стоматологу. Надо полечить зубки. Хорошо на улице, сухо. Так что прокачусь на автобусе. Ну, в общем, я даже рада, что немного сменю обстановку. Все так здорово. Прям
Не могу нарадоваться, что наконец-то весна. Ой, извиняюсь. Что наконец-то весна пришла. Можно так сказать. Фух, так, ладненько. Надеюсь, поход будет удачный. Так, я уже доехала туда, куда мне надо. В общем, сейчас тут надо пройти через подземный переход. Вот такой вот переход. Здесь палатки. И, собственно, я уже почти что дошла до стоматологии. Сейчас еще не час пик, поэтому народу мало. Попозже, думаю, тут все будет забито. Так. Алтуфьевское шоссе. Так, мне наверх. Вот туда. С той стороны было очень много бомжей. С этой стороны вроде бы их нету. Видимо, все греются на солнышке с той стороны. Ой! Ну все, почти пришла. Идем вдоль вот этого здания. Сейчас вот через 100 метров как раз стоматология будет. С другой стороны солнышко светит, дома такие большие. Но мы, собственно, находимся рядом с МКАДом. Окраина Москвы. Север столицы. Северо-восток, если быть точной. Так, ну, на сегодня все дела сделала. Очень быстро все получилось. Сейчас стою здесь на остановке. Жду свой автобус. Подъедет и поеду домой. Всем доброе утро! Новый день у нас уже начался. Сейчас на улице минус... один, кажется. Когда мы завтракали, было минус 3. Немножечко все подморозилось. Идем в садик. Сегодня пятница. Так что последний день перед выходными. Ну все, Катю отвела. Иду домой. Кстати, не рассказала вам про фотографии. Помните, должны были делать... фото, где-то за 1500 там приходит фотограф, фотографирует в разной тематике, как солнце сегодня, да? Здорово. Так, это я. Сегодня вы меня еще не видели. Видели вчера. В этом же влоге. В общем, дети все маленькие из группы коротковременного пребывания, все испугались фотографа. Поэтому... нам воспитатель предложил родителям прийти, чтобы мы поддержали, так сказать, детей. Может быть, они бы захотели фотографироваться с нами вместе, но нет. Поэтому фото мы так и не сделали. Но в следующем году сделаем. А в этом еще все-таки рановато. Но мне нравится то, что у нас воспитатель фотографирует часто детей и кидает фотографии в общую группу в WhatsApp. Родительскую. Поэтому это очень классно, что какие-то фотки из сада все равно есть. Как солнышко светит, да? Здорово. Небо голубое, спокойное. Иду домой. У меня как круговорот одних и тех же дел домашних. Сейчас буду готовить. Может быть, даже рецептик один сниму на видео. Хочу снять его. Буду готовить рыбу в кляре. Вот. Да, денек сегодня чудесный. Пятница, хорошо.
Хорошо, когда погода ясная. Сразу жить хочется. Еще поскорее бы снег растаял. В общем, идем домой. Я готовлю сейчас рыбку в кляре. Это рыбка хек. Здесь у меня яйцо, мука, сама рыбка. И я тут подготовила бумажное полотенце, чтобы на него стекал жир. Точнее, не жир, а масло. Какая хорошенькая рыбочка. Вкуснятина получится. В общем, вот такая вот рыбка получилась у меня. Очень вкусная. Отсняла этот рецепт. Он будет не скоро еще на кулинарном канале. Очень вкусная рыбка. Не хватает еще какого-нибудь соуса, чтобы макать туда кусочки. Очень вкусно. Пока готовила, вот уже и без 10:11. Сейчас надо будет забирать Катю. На улице по-прежнему солнечная погода, что не может не радовать. В общем, на этом, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!